Судебными приставами МРЭЛ в течение 3 лет было взыскано свыше 7 миллиардов рублей по исполнительным производствам. Примерно треть от этой суммы направлена в бюджеты всех уровней. Итоги работы ведомства подвели во время торжественной церемонии вручения знамени региональному управлению Федеральной службы судебных приставов, чести которой удостаиваются наиболее успешные подразделения. На церемонии присутствовали главный судебный пристав России Дмитрий Арестов, глава МРЭЛ Александр Евстифеев, руководители силовых министерств и ведомств. Знамя – это символ чести, доблести, верности Родине и долгу. В нем воплощен самоотверженный труд разных поколений судебных приставов, стоящих на защите государственных интересов, интересов граждан страны, мужество и профессионализм, традиции неустанного служения обществу. Вручение знамени – это подтверждение престижа и авторитета службы судебных приставов и каждого ее работника. Это высокая честь, которую коллектив заслужил, потому что мы вчера довольно обстоятельно с Дмитрием Васильевичем обсуждали итоги работы коллектива, и они заметно превышают общие показатели качества работы судебных приставов по другим субъектам Российской Федерации. Пусть вас в вашей работе сопровождает профессионализм, пусть сопровождает достойный опыт, и мы хорошо отдаем себе отчет в том, что ваша эффективная деятельность — это деятельность, которая направлена на защиту конституционных, социальных, трудовых прав, прежде всего, граждан. Это обеспечение интересов хозяйствующих субъектов и бюджетов всех уровней, а значит, обеспечение власти на всех уровнях. Добавлю, что свыше 100 миллионов рублей было взыскано приставами по исполнительным производствам должников по алиментам. 70 миллионов рублей в виде задолженности по заработной плате. Кроме того, приставы МРЭЛ выдворили за пределы страны более 100 нелегалов, поймали около 250 человек, находящихся в федеральном розыске.